Вот так мы учимся. Под таким названием студенты театрального института презентовали свой спектакль. Прошел он накануне на малой сцене театра имени Слонова. Постановка состоит из двух действий. Первое под названием «Кармен» представляет собой ритмические этюды. 45 минут начинающие артисты общаются между собой без слов. Только танцы, жесты и мимика. Вторая часть спектакля – интенсивные упражнения. Это своего рода музыкальная пародия на любимого исполнителя. Каждый студент должен вжиться в образ и почувствовать нутро, которым работает звезда. Оценить постановку начинающих актеров и поддержать их пришли в этот вечер родные, близкие и друзья. Студенты второго курса – это тоже не очень нормальная ситуация, потому что мы обычно делаем это на третьем курсе. Но нам показалось, что, и не только нам, что возможно на втором курсе показать вот этот как бы не мастер-класс, может быть, его назвать, может быть, класс-концерт. Вот так вот. Чтобы зритель имел представление, чем же мы занимаемся в театральном институте. Естественно, облеченное в какую-то художественную форму.